Бусидо. Путь воина. Масахито Какихара против Тацуо Накано. Но мы будем называть его не Масахито, а Масахито Какихара. Как раз Какихара вызывает первым. Молодой, очень перспективный боец Бусидо. Ему всего-навсего 21 год. Выглядит он очень эффектно. Такой а-ля, ну, не знаю, не Шварценеггер, конечно, но а-ля Брюс Ли. Правда, немного такой подъевшийся Брюс Ли. Здорово смотрится Какихара. Атлетично сложен. Мышцы, мясо. Но все как полагается. Думаю, что огромное количество японских девчонок мечтают познакомиться с Какихарой. Ну, а это Тацуо Накано. Тацуо Накано. В последнее время его преследовали травмы, причем довольно-таки неприятные. В основном он страдает, не знаю уж почему, но страдает травмами носа. Частенько у него идет кровь из носа, причем соперники знают об этом и стараются повредить нос ему в самом начале поединка для того, чтобы кровь лилась ручьем. Но Накано все нипочем. Видите, такая а-ля медитация только что была в исполнении Накано. И вот Тацуо медленно, с чувством собственного достоинства, выходит из раздевалки. И, естественно, горит желанием дать бой Какихаре. Тем более, что в прошлом бою, во втором по счету между Накано и Какихарой, Накано одержал победу. Равно, кстати говоря, как и в бою первом. И значит, это только одно, что Накано знает рецепт победы над Какихарой. Ну, а чувство Какихара, я думаю, не надо сейчас обсуждать. Совершенно очевидно, что в голове только реванш и ничего более. Ну, вот он. 21-летний Какихара из Йехиме. Довольно-таки высокий, 6 футов его рост. 195 фунтов он весит. В своем последнем бою Какихара уступил американцу Денису Козловски. Конечно, ему сегодня нужно обрести уверенность и в очередной раз вступить на путь победителя. Сегодня нужна только победа. А этот Тацуо Накано, он из Ибараки, ему 28. Немного постарше. Когда Накано пошел в первый класс, Какихара только родился на свет. Разница у них 7 лет. 15 боев провел Накано, в 8 одержал победу. Как мы помним, 2 этих победы над Какихарой. Имеет прозвище Элвис Накано среди зрителей, которые увлекаются Бусидо. Если взглянуть на его прическу, то становится сразу же ясно, почему выбрали и его коллеги по UWF, и зрители вот именно такое прозвище для Накано. Хотя думаю, что Накано не против сравнения с именитым американцем. Отказался Накано от рукопожатия, но это, конечно, не делает ему чести. Какихара отличается тем, что у него совершенно сумасшедшие и быстрые ноги. Его удары готовы повергнуть в шок и в состояние гроги кого угодно. Великолепные лоу-кики проводит Какихара. И вообще он очень здорово бьется на ринге. Вот только что в очередной раз атаковал он именно ногами.
Что же будет, когда он пустит в ход свои руки? Кагихара в костюме сине-голубого цвета, ну а Накана в черных штанах. У него на спине написано, на пояснице Накана, так что, естественно, не перепутаем. Кагихара в атаке. Как говорится, я мщу и мстя моя страшна. Думает, наверное, сейчас Кагихара, стремится, естественно, побыстрее закончить этот бой. Но Накана крепкий орешек, такой а-ля Брюс Уиллис. Не так-то просто совладать с ним, тем более, что он сейчас уже в контратаке. Как и во всех боях, где принимают участие земляки, представители одной страны, им, в принципе, не надо особенно раздумывать над тактикой, стратегией боя. Очень уж хорошо они знают друг друга, но если, конечно, не встречается им совершеннейший новичок в бусидо, тогда надо хоть что-то узнать про соперника. А так, совершенно очевидно, что бой идет до первой ошибки кого-либо из бойцов. И эта самая ошибка будет приводить однозначно к поражению, поскольку достаточно опытные и собаку съели они в бусидо, эти два японца. Хотя, конечно, больше любят есть собак не в Японии, а в Корее. Японцы, наоборот, относятся к собакам с должным пиететом. И уверен, у них такого выражения быть не может просто по определению. Они скорее будут есть рыбу и складывать всяческие пословицы и поговорки вокруг обитателей морей. Ну, сейчас немножечко отдыхают оба атлета, и Накана, и Кагихара. Кагихара понимает, что не так просто будет разорвать замок. И пошел он на ухищрение, поймал Кагихару. Но Кагихара с огромным трудом выкрутился. Вы видели? Удушающий был сумасшедший. Челюсти, наверное, хрустели у Масахито. Неплохо хотел провести сейчас Накана лоу-кик. Но поймал, перехватил ногу Кагихары, и уже он сейчас в атаке. Никаких проблем вот этот захват не приносит на Накане. Поскольку действительно это не захват, а так себе. Вы посмотрите, у Накана-то пока преимущество, пусть это преимущество по баллам. 15-13, но тем не менее дважды он заставил своего молодого оппонента дотронуться до канатов и заставил рефери таким образом остановить бой. 15-13, еще раз напомню, впереди Накана. Хороший удар сейчас проходит. Но реакции никакой. И пошли лоу-кики в исполнении Накана. Кстати, друзья мои, Накана слывет одним из самых жестких бойцов UWF. И в последнее время очень вырос в техническом плане. А вот после этой сумасшедшей атаки Накана открывают счет Кагихаре. И таким образом уже 15-10 впереди Накана. Вот он, впереди Элвис. Сейчас, конечно, Элвис может остановиться, спеть Blue Sweet Shoes, намекая на цвет костюма Кагихары. И пошли лоу-кики у Наканы. Вот это может быть опасным для Кагихары. А вот у Кагихары почему-то не проходят удары. Может быть, что-то надо изменить в манере поведения на ринге молодому японцу. Видите, ничего пока не получается у Кагихары. Ничего, ровным счетом. В
вполне допускаю, кстати говоря, что это тактическая уловка. Кихары, все-таки он значительно моложе, соответственно, у него гораздо больше сил. Хотел атаковать сейчас Кихара, но Накана поймал его на контратаке. Провел неплохой удар и теперь не менее хороший бросок, друзья мои. Ну что, дело все движется к тому, что Накана может победить в третьем бою подряд против Кихары. Хотя не будем забегать вперед. Вы сами понимаете, что все может кардинально измениться. Для этого Кихаре достаточно пару раз хорошо атаковать, чтобы выбить почву из-под ног Наканы. Ну, вот сейчас Кихара находится в более выигрышном положении для атаки. Но защита у Накана уже готова принять нападки молодого Масахито Кихары. Вот рефери мешает, как обычно, смотреть. Накана проверяет бицепс. Смотрите, Кихара бедного. Кихара тоже долго упрашивать себя не заставил. Несколько раз попытался пройтись по почкам ногой. И перешел он в контратаку, судя по всему. Молодой Масахито Кихара. Накана как будто бы приглашает, провоцирует Кихару. Может быть, будет пытаться сейчас поймать ногу Кихара. Но несколько раз хорошенько. Ой-ой-ой! Смотрите, что сейчас делает Накана. Действительно, железная спина у этого парня, у Элвиса. И не успел встать, как сразу же заставил Кихару встать на колени, а судью, соответственно, открыть счет. Вот, пожалуйста, удар колена был решающим. 15-7 уже счет. Впереди Накана. Это фантастика сейчас происходит на ринге. И сейчас Накана будет бросать. Ну что, пройдет у него суплекс или нет? Через себя бросок. Нет, не прошел. Девчонки, слышите, орут. О, я уверен, это поклонницы Кихары. Вы посмотрите, что делает сейчас Накана с ногой бедного Кихары. Боже мой, да еще и голова-то. Да что же он издевается-то над парнем? Это невозможно. Если сейчас он еще бросит через себя, правильно. Ох, сейчас Кихара как! Как он сейчас прыгнул, а Накана ушел от второго удара. Вы видели, что сейчас? Опыт, великая вещь какая. И Кихаре открывается в очередной раз счет. Не знаю, сможет ли он подняться. 15-4. Феноменально. Преимущество Накана столь велико, что Кихаре нужно идти просто в последнюю атаку, в решающую, рисковать. Поскольку в противном случае Накана просто забьет Масахито. Еще неужели остались силы у Кихары? Готовится. Ой! Двойной Нельсон через себя. Это что-то невообразимое. Еще раз. Канат 15-2, друзья мои. Напомните мне, пожалуйста, хоть кто-нибудь, когда мы видели такое преимущество. А вот Кихара, вот та атака, о которой я говорил. Прекрасный удар в голень. И судья интересуется у Накана, будет ли он сдаваться. Ну, Кихара, есть ли еще силы для того, чтобы довести этот удушающий до победы? Все! Это фантастика, друзья, согласитесь. 2-15 проигрывал Кихара. Нашел себе силы на последнюю атаку. Накана быстренько проверяет хребет рефери. И победителем, судя по всему, сейчас объявит Кихару. Точно! Избитый напрочь, бедный Масахито Кихара. Нашел все-таки в себе силы. Вы посмотрите, после каких атак Накану он устоял. Самые эффектные моменты матча.
это было нечто. Кстати, на Кана повезло, согласитесь, что он сейчас ушел от этого прыжка Кагихары, но в итоге вот он, решающий захват молодого японца. Будем считать, что реванш удался, да? Счет личных встреч 2-1 в пользу Накана, но Кагихаре нужно было только начать. Я представляю, какой будет следующий бой. Будем ждать с нетерпением. Эффектный сейчас жест сделал Масахито Кагихара. Молодец, парень. Девчонки, прыгайте ко мне, требует Кагихара. Ну, он сегодня, конечно же, на коне. Король.